Выходные использовать для здоровья новорингойцы в это воскресенье не испугались ветра, холодной погоды и встали на лыжи. Каждый год ямальская лыжня собирает множество любителей этого вида спорта. В этот раз в массовой гонке приняли участие около 300 горожан разного уровня подготовки. Дистанции, которые нужно было пройти, варьировались в зависимости от возраста лыжников. Тему продолжит Алена Ядни. Внимание! Самые морозостойкие. В минувшее воскресенье холодный ветер и отметка в минус 17 градусов не испугали новоуренгойцев. Ямальская лыжня 2021 собрала самых активных горожан. Очень морозно, болею за дочку свою, ну и за всю нашу команду «Факел». Держим кулачки за наших девчонок, мальчишек. Морозно, конечно, сейчас подмерзнут немного у них и щеки, и руки, но им не привыкать, в принципе, мы и в 20 бегаем, поэтому думаю, что они справятся. Для настоящих любителей спорта погода не помеха, как и возраст. Александру Никитину 63 года. Лыжи – не единственная страсть. Он любит коньки, ролики и скейтборд. Человеку отчасти нужен адреналин, чтобы подольше пожить. Вот мне хочется пожить подольше, потому что в мире для меня очень много интересного, много прекрасного. Вот, наверное, мне, как я говорю, на 10 жизней хватит, чтобы изучать. Так что вот стараюсь чередовать культурный отдых со спортивным. Активную и насыщенную жизнь выбирает и Людмила Бабич. В этих соревнованиях она заняла 3-е место. К заветному пьедесталу спортсменка шла не спеша, в своем ритме. Дистанцию 2 километра обуздала за 13 минут. Такой километраж профессионалы обычно проходят за 5, но для любителей такой результат вполне приемлем. Вот трасса серьезная, спуски крутые, с поворотами. Сильный ветер, но мы справились. Как чувствуете себя после 2 километров? Чувствую себя отлично, сейчас еще прокачусь 3 километра. Виталий, как ваше самочувствие? Замечательное! Сейчас умру. От чего? От восхищения воздухом, атмосферой, праздником. Лыжная база «Кристалл» собрала разновозрастных спортсменов-любителей. Взрослые бегут в зависимости от возраста 2, 3 или 5 километров, а самые маленькие – 1000 метров. Хоть обнять его, где он там, не вижу, даже до сих пор не приехал. Ой, холодно, замерз, может, уже согрелся. Нет. На этих соревнованиях совсем не важна техника или скорость. Главное – лыжи, палки и большое желание дойти до финиша. Способы передвижения абсолютно свободные. Как вы умеете, так и преодолеваете. Это массовое, да, это массовое соревнование. Оно поводится по правилам соревнований лыжной гонки, но никому не запрещено передвигаться классическим ходом или свободным ходом. Главное – дойти свою дистанцию. Татьяна Муфлихунова 3-й год судит ямальскую лыжню. В этом году количество участников приблизилось к 300. Это на 100 больше, чем в позапрошлом году, отмечает президент Федерации лыжных гонок Ямала. И это при том, что часть спортсменов и активистов уехали в Пуровский район на лыжный полумарафон. Алена Ядни, Виктор Ятленко, служба новостей «Импульс».